Два года Альянс издевается над народом Молдовы. Целых два года Альянс творит беспредел и беззаконие. Если взяться перечислять все подвиги Альянса, в кавычках, не то чтобы пяти минут, часа не хватит. Знаменитые черные гитлеровские кресты ветеранам войны. Помните? А помните, отменить хотели 9 мая? Попытки запретить георгиевскую ленточку, попытки подменить историческую истину и назвать Молдову проигравшей стороной в Великой Отечественной войне. Они там еще какую-то советскую оккупацию придумали и пытались вдолбить людям ее. Кредиты, кредиты и еще раз кредиты. Долговая яма, мы уже в ней. Спасибо Альянсу. Во-первых, эти кредиты бездарно растрачиваются. Деньги никуда не вкладываются. Деньги не делают деньги. Альянс их просто проедает. Во-вторых, на каких условиях мы получили эти кредиты? Альянс до сих пор скрывает условия, которые выдвинул МВФ. Это и есть главная бомба.